Привет-привет! Добро пожаловать в новый влог! Смотрите, какая большая радость! Она правда большая. Собачка? Да, Микусь? Ну вот так, да. Ну это лапа. Сегодня у нас с вами влог на полу. К сожалению, сейчас такие обстоятельства, что я не могу переместиться в свою комнату, где и освещение, там и получше камера, и звук, все дела. У нас снова вводят довольно жесткие ограничения, закрывают торговые центры, уже всех перевели на онлайн-обучение, и у меня очень ограничено время, я не знаю, возможно, я перейду снова на формат влогов на какое-то время. Надеюсь, что вы меня поддержите, поймете в каком-то плане, буду снимать по возможности. И то, что у нас с вами никто не заберет, это новогодние праздники. Я все равно буду обязательно украшать дом, я все равно буду создавать вот эту волшебную атмосферу для себя, для детей. Будем готовить разные вкусности. И я чуть раньше отправилась в магазин, не вчера, не позавчера, а задолго заранее до этого. Пошла в магазин и купила много всего интересного. На самом деле у нас появляются новогодние украшения, какие-то подарочные наборы буквально в конце лета, поэтому я подготовила сани с лета буквально. И вы знаете, что я очень люблю магазин TK Maxx. Вот так пишется название этого магазина. Там продаются вещи для дома, короче, там есть все. И в Польше это TK Maxx, в Европе, насколько я знаю, большинство каких-то классных, оригинальных и качественных, что немаловажно, вещичек я купила именно там. Они не всегда бюджетные, это не всегда какая-то супер промо-акция, да, купи самое бюджетное, там никому не нужное, но оно того стоит. И в Америке этот магазин называется TJ Maxx, и у них есть также онлайн-магазин, если вам прям горит, если вы хотите тоже порыться, покопаться, возможно, найти что-то интересное, очень оригинальное, красивое, то зайдите, и есть также международные перевозчики, которые помогают доставить все из Америки. Я, например, пользуюсь услугами Бандерольки, это как бы не на правах рекламы, просто рассказываю вам, делюсь с вами, и я не сотрудничаю с этим магазином, но я являюсь их постоянным клиентом и с удовольствием туда захожу. Там нужно искать, нужно попасть на завоз товара, и нет такого, что ты заходишь, и каждый раз ты попадаешь на какую-то находку. В этот раз у меня получилось именно так, мне кажется, что как раз доставили всю вот эту новогоднюю коллекцию, и у меня много всего, именно поэтому у нас отдельное видео на эту тему, но вам нравятся такие ролики, а я их снимаю с большим воодушевлением, поэтому давайте начнем. Первое, что я купила, у нас никогда не было вот таких фетровых носочков. Они могут быть вязаными, их также можно пошить самостоятельно, если у вас руки растут из того места. Я умею вышивать, шить я не особо люблю, именно выкраивать, для меня это довольно сложно, поэтому я решила приобрести вот такой носочек, и мы повесим его, скорее всего, на входной двери, только с внутренней стороны. Очень вместительный, и кто знает, возможно, там появится подарок. Какая прикольная такая, видите, рельефная отдельная игрушка, которая не напечатана, она именно пришита. И здесь также есть вот такая петелька, нужно поискать крючок. Я покупаю крючки, которые можно приклеить на любую поверхность, и в принципе они неплохо держатся. Если повесить что-то тяжелое, то они отваливаются, но в большинстве своем это замечательное решение, потому что ничего сверлить не надо. Это первое, что я приобрела. Я, наверное, не буду озвучивать цены, потому что это все равно ничего не даст. Блин, дорого. 75 злотых практически.
сказала, не буду озвучивать, и назвала. Короче, можно найти дешевле. Вот что я вам скажу. У нас когда-то был керамический Дед Мороз из Икеи, и он не был похож на Санта-Клауса, а именно на Деда Мороза из детства, и он разбился. И мы зашли в TK Maxx, мальчики увидели, говорят: «Мама, купи, у нас нет Деда Мороза». И Игнат говорит: «Мама, можно я его поставлю сейчас тут на камин, на самое видное место?» Я говорю: «Подожди, мы еще так долго будем дома, что еще надоест все новогоднее, поэтому мы чуть позже начнем это все расставлять вместе с вами обязательно. Я надеюсь, что вас вдохновят эти ролики, вы очень любите мои рождественские влоги, и они обязательно будут, это я могу вам обещать». Значит, Дед Мороз вот такой, тоже похож на классического Деда Мороза. Он типа как, даже не керамический, а я не знаю, что это такое. Но издалека выглядит очень даже прилично, с мешочком, с подарками. Очень прикольный и будет стоять у нас под большой елкой, которая располагается в этом месте. Вот здесь. Здесь Мика прячется за мной. Дальше у нас пустая подарочная коробка. Сначала я буду использовать ее в качестве декора на фон своих видео. Дальше она отправится под елку и будет стоять сначала пустой. В конечном итоге я запакую сюда что-то нестандартное. Я пока что не покупала подарки. Сделаю это все онлайн, когда узнаю, что там кому хочется. А если нет, то буду придумывать. Мне самой очень нравится запаковывать подарки. Я всегда использую и несколько видов бумаги. Даже не знаю, что у меня там осталось с прошлого года. Ну, если что, то закажу где-то в онлайн-магазинах, опять же. И помимо упаковочной бумаги, я всегда добавляю какие-то натуральные элементы, поэтому тоже в моем стиле такая коробка. И я сказала, для чего она мне. Очень симпатичная. Если подарок туда не запакуется, то тоже в следующем году где-то будет служить таким небольшим элементом декора. Еще я купила зимнюю свечу, вот такую большую, она с ароматом зимы, так и называется, зимняя сосна, но она не совсем пахнет лесом, но что-то такое ненавязчивое, чего не будет болеть голова. И это соевая свеча, она не вредит здоровью. Здесь также есть три фитиля, то есть три источника огня, и обычно эти свечи у нас хорошо догорают до конца, их не нужно как-то специально подрезать, и выглядит это тоже очень красиво. Крышечка разрисована, здесь такой тоже новогодний мотив, какие-то зимние ягоды, и это натуральное дерево. Будет стоять где-то здесь в зале. Ой, это не совсем новогодняя покупка, здесь такой небольшой микс получился. У нас сломалась тоже похожая ручка, она просто оторвалась, и не ручной работы, я столько всего нагрузила в свой шкафчик в ванной комнате, что ручка не выдержала, и нужно было обновить. В этот раз решила взять вот такие керамические, у нас были типа как стеклянные, они тоже сделаны вручную. Их можно самостоятельно прикрутить. Также для своей комнаты я купила вот такой шар с буковкой М. Они там были разными, иногда вы меня спрашиваете, почему М. Потому что это первая буква нашей фамилии Мушинцы, а моя Мушинска. Просто если О, то как-то непонятно, то ли О, то ли ноль, то ли что это такое. Поэтому я решила, что М будет выглядеть прикольно. И это такой шар, внутри которого находится вода. Он не музыкальный, и если покрутить, то летает снег. Когда я буду делать макросъемку, будет смотреться очень красиво. Я заморачиваюсь по этому поводу и каждый раз стараюсь менять композицию. Абсолютно неоправданная покупка, но я посчитала, что раз ребенок заботится о своем питомце, и он также настаивал на том, чтобы у Мики был подарок, попросил, чтобы я купила Микусе Деда Мороза, которого она может грызть. Это именно собачья игрушка, она силиконовая, и Мика у нас обожает все мягкие игрушки и мои тапочки. Что ж тут скрывать. И она постоянно что-то берет в пасть, когда испытывает какие-то сильные эмоции, чтобы не кусаться, чтобы там ничего не портить, она просто берет игрушку в зубы и носит ее. Так что она тоже не будет валяться. Мика! Мими! Ну, Мика, как всегда, она сейчас ничем не заинтересована, у нее сейчас тихий час после прогулки. Если вы думаете, что маленьким шаром все обошлось, то вы ошибаетесь. Эта вещь, которую чаще всего разбивают мои дети во время новогодних праздников. Это уже, наверное, четвертый шар, который я покупаю, но я все надеюсь, что они уже подросли, и они не будут трогать. Это уже большой шар, внутри которого находятся и олени, и Дед Мороз, и елка, и подарки. Очень красивый, опять же, красного цвета, и это музыкальный шар.
Я не знаю почему, меня как-то завораживают эти шары. Если еще покрутить, то красиво так летает снег. Не знаю, возможно, потому что у меня в детстве такого не было, я себе постоянно покупаю эти шары, но они очень красивые. Так, это уже не новогодняя покупка, но это настолько красиво, и я часто что-то вместе с вами готовлю, и потом тоже делаю фотографии, и я люблю такое. И в прошлом году, если вы помните, я покупала похожие полотенца, тоже с лисичками, и я подумала, что пусть будет еще одно запасное, точнее два, потому что это комплект белое полотенце и опять же лисички в сочетании с какими-то осенними листьями. Это очень красиво, и я всегда жду того момента осени, когда все так наполнится осенними красками. Это красный, желтый цвет, коричневый. Здесь, правда, синий, но все равно оранжевый цвет для меня это тоже какая-то ассоциация с осенью. Что очень-очень красивые полотенца, и мы их не используем сначала, во всяком случае, для того, чтобы вытирать руки, а они у нас висят в качестве, опять же, элемента декора на духовке. Едем дальше. Я очень хотела купить просто наволочку, и я нигде не могла найти отдельную наволочку, потому что у меня наполнение есть. Но когда я увидела эту, подумала, боже, она такая красивая, она так хорошо подойдет к тому комплекту, который у меня есть. Если помните, в прошлом году я раскладывала и говорила, что одну вот такую большую подушку нужно сменить, потому что она типа была такая наволочка, типа вязаная, и это все растянулось, ну как-то так не очень смотрелось спустя 4 года, поэтому я планировала поменять, и, к сожалению или к счастью, эта подушка продавалась с наполнителем, поэтому я чуть-чуть переплатила, но все равно видно, что она качественная, и уже без заморочек просто положу ее. Очень красивый такой бархат, не то серебристый, не то серый, но он отличается по цвету от нашего дивана, поэтому не будет сливаться. Как обидно. Ну, так всегда. Каждый раз разбивается какая-то игрушка. Игнат так хотел мороженое, но вижу, что треснула. Ладно. Вторая игрушка, которую выбрал Игнат. Захар пошел с папой там что-то выбирать, а мы остались вдвоем, и Игнаша тоже всегда участвует во всех покупках для дома, там, для собаки, любит ездить за продуктами, а Захар, как хвостик, ходит за папой. Это вот такая хрустальная красивая елочка, и каждый раз, когда мы наряжаем елку, это целое происшествие у нас дома. Дети принимают активное участие, они всегда там с удовольствием, с интересом рассматривают игрушки. И сейчас, когда они повзрослели, они уже помнят, когда и где мы это купили, при каких обстоятельствах. И нужно вести такую семейную традицию, что когда куда-то едем на новогодние праздники, всегда будем привозить с собой новогодние игрушки. В этом году мы также планировали Вену, но наши планы пошли коту под хвост. Зато у нас есть вот такая игрушка из Кракова. И если у нас будет краковская ярмарка, то мы обязательно там купим несколько новых ручной работы. Я думала уже все, но нет. Вижу, что на этом Игнат не остановился, взял еще хрустального оленя. На самом деле это такой плотный пластик. Кстати, елочка тоже не стеклянная, и слава богу, не разобьются, будут служить вечность. Красивый олень. И мы всегда покупаем не одинаковые игрушки, а все разные. Меня это абсолютно не смущает. Я люблю такие елки, где все игрушки со своей такой небольшой историей. Потом мы забрели в магазин, который называется Nano Nana. Там очень много всего китайского и также каких-то элементов, которые можно использовать для рукоделия. В принципе, можно было отправиться в другое место, что-то найти подешевле, что-то заказать на AliExpress. Но я решила уже, знаете, ладно, я предполагала, что все могут закрыть, и я быстренько взяла то, что мне будет необходимо. Также шишки можно найти в лесу, какие-то деревяшки. Ну, в общем, я просто покажу, что мы купили и из чего мы будем создавать наш новогодний декор в этом году. Первое, что я купила, это набор вот таких небольших елочных игрушек. Это обычные шарики, и я буду использовать ее для того, чтобы как-то красиво запаковать подарки и также выкладывать в небольшие композиции на деревянных подставках, которые я сейчас уже достану и все расскажу, покажу. И мне нравится то, что они разного цвета, и есть светлые, темные, и что они разных размеров. Можно даже соединить просто две штучки. И еще я хотела бы красные, но красных не было. Также я грозилась купить пистолет с горячим клеем и собиралась сама делать рождественский венок. И
все позакрывали, поэтому я не знаю, удастся ли мне где-то достать его в этом году. Опять же, можно поискать онлайн. Почему я об этом не подумала? Да, я пока что не отпускаю идею того, что я таки сделаю его сама. Может, Настя приедет, и мы как-то вместе там что-то организуем. Деревянная подставка. Я как-то показывала похожие, но они не были ровными. То есть это не было срезанное дерево, оно такое вот бугристое немножко. Я пробовала складывать туда всякие штуки. Они сваливаются, то есть свечи там выглядят прикольно. Я давно хотела себе, если вы меня смотрите регулярно, то вы знаете, что мне всегда нравились вот такие подставки. Я вторую еще типа как поднос купила. Можно даже насыпать типа как битое стекло, которое продается в Икее. Ну, короче, идей полная голова. И здесь я планирую расставить, сейчас увидите, что. Мне нравится керамика, я люблю и вот такие теплые, уютные вещи, которые выполнены из натурального материала. И также керамика, это тоже моя большая страсть, и когда я увидела эти домики, я подумала, боже, это так красиво, и они еще и светятся. Сейчас я не включу, потому что здесь еще ограничитель на батарейке стоит. Но, в общем, вот эта вещь еще и светится, только каждый раз придется включать. Вот это еще та задача, но не суть. Также приобрела елочку, которая идет на такой деревянной подставке, и она металлическая. Я собираюсь создавать вот такие зимние композиции, которые будут создавать уют и давать освещение. Помимо домика, который светится, есть еще и вот такие небольшие подсвечники. То есть не обязательно покупать в виде домиков, но это смотрится прикольно. Также бывают похожие домики, только в виде подсвечников, куда ставится тилайт небольшой, то есть не на батарейке. Но, в общем, они продаются практически везде. Стоит только поинтересоваться и позаглядывать. И вот этот домик я купила несколько свечей. Эта свеча у меня не просто красная, а она еще вся покрыта шиммером. Не шиммером, а блестками. Красная свечечка. И еще есть серебристые. Взяла сразу две, потому что у меня будет две вот таких композиции. И помимо вот этих домиков, потому что так смотрится как-то беленько, эта свечка как какой-то факел выглядит. В общем, здесь будет еще располагаться хвоя. Также положу несколько вот таких шариков, шишечки. И поверьте мне, что будет очень красиво. О подносе я вам уже сказала, он больше по диаметру, сюда больше всего поместится. Если сюда выставлять какие-то совсем мелкие вещи, то они могут потеряться. И, смотрите, еще и большой керамический домик. К нему керамическая елочка, другая. Также еще один домик. Это не будет стоять именно так, как я сейчас показываю, то есть это приблизительно, чтобы вы понимали, что я тут накупила. И в каждую композицию вообще по залу я планирую разложить вот такие натуральные элементы. Это и вырезанная из дерева звездочка, и разнообразные шишки, какие-то засушенные травы. Цветов я здесь не вижу, но я купила еще и зимние ягоды. Я не знаю, что за растение это в оригинале, но мне нравится, как оно выглядит, если где-то аккуратненько положить. Или я тоже часто использую для запаковки подарков. То есть, чтобы сделать такую маленькую композицию на каждом подарочке. Ну, вы наверняка тоже видели уже в Инстаграме с прошлых лет и с прошлых лет на Ютубе. Тоже очень часто у меня появляется вот такое растение. Красное, опять же, красиво сочетается с любым практически другим цветом. Увидела кедровые шишки и подумала, что они настолько красивые, что нужно взять. Я помню, как в детстве брат моей бабушки работал в Сибири и привозил нам шишки с кедровыми орешками. И они были настолько большими, мне казалось, что шишка просто размером с мою голову. И сразу как-то так нахлынули воспоминания из детства. Я хотела купить две, но вторая была такой сильно потертой. И взяла одну побольше, вторую поменьше, и это покрашенная. На самом деле, каждые шишки можно покрасить самостоятельно. Покупаете краску в баллончике, это может быть даже там золотой, серебристый цвет. Очень красиво выглядят грецкие орехи. Их тоже спреем красишь, они высыхают, и очень оригинально это смотрится. Можно и добавлять, например, в ваш рождественский веночек, купить каркас и при помощи горячего клея приклеить самостоятельно. Это то, что я собираюсь сделать. А желуди тоже очень красивые. А это уже такой засушенный мох. И опять же, где угодно можно использовать. Если останется, то еще и
На Пасху пригодится еще одна свеча, красная такая. Такое солнце сегодня яркое. И отдельно приобрела корицу. Я думаю, что это не та корица, которую можно потом использовать для еды, но для декора, да, однозначно да. Вот каждый год я думаю, почему я не купила корицу, вот именно эти палочки. И думаю, пойду в магазин и найду, ее никогда нет. Тут я заранее запаслась. Я надеюсь, что вы приятно провели время в моей компании. Не забывайте поставить пальчик вверх, мне всегда это очень приятно. Мы с Пушистиком идем гулять. Вам желаем хорошего дня, хорошего настроения. И пока-пока, до встречи в новых видео.